Эксцентриссимо. Декларации о доходах депутатов иногда открывают очень интересные сведения. Не только о том, как народные избранники вместе с женами за год лишаются особняков и яхт. И не только о том, как они, бедненькие, на 200 тысяч в год выживают. Но и о том, какие бывают интересные у них приобретения. Депутат законодательного собрания Ленинградской области от «Единой России» Владимир Петров включил в декларацию участок на Марсе и 5 звезд. Коллеги попросили не писать об этом, чтобы не смешить народ. Другие убеждены, что раз собственность такая есть, никуда уже не денешься. А депутат Петров вообще не понимает, в чем дело, ведь звезды и марсианскую поверхность не для себя покупал. За пару лет раздарит чиновникам и соратникам, и больше смешных деклараций не будет. Действительно, тому, кто звезд с неба не хватает, нужно утешение в виде сертификата на настоящую звезду. Эксцентриссимо.